бижутерии, которая производится здесь, в ювелирном доме Эстер. А авторская элитная бижутерия, как вы знаете, она порой, или, может быть, не знаете, она порой дороже, чем некоторые ювелирные украшения. И на красных дорожках в Голливуде порой наши мегазвезды, и не наши, отдают предпочтение в последние годы именно элитной бижутерии, а не ювелирным украшениям. Вот такая тенденция. Но, впрочем, я в этом не специалист. Сейчас, я думаю, Ирина Корневаева, руководитель отдела элитной бижутерии ювелирного дома «Эстет», подробнее об этом расскажет, а также расскажет о том, что ожидает нас в этом сезоне «Эстет Фэшн». В моей коллекции в личной есть украшения, как Лаура сказала, любимые мои бренды «Геворкян». Я в ювелирном доме работаю 10 лет, в ювелирном доме в этом году 27 лет, а нашей коллекции эксклюзивной бижутерии 7 лет в этом году. Мы как раз празднуем вместе с Fashion Week, неделей моды, и вот как раз она появилась, эта бижутерия, на первые показы 7 лет назад. И привез первую коллекцию красивую из Америки, Гай Гургенович Геворкян. Названа она была «Бижу Трезор» бренд, поэтому продаем под брендом «Бижу Трезор» ювелирную бижутерию, эксклюзивную бижутерию от ювелирного дома «Эстет». Вот там у нас есть премиального класса ниша, свитные бижутерии в кубах стоят. Вы можете потом подойти, посмотреть ее и пофотографировать для своих репортажей. Она очень красивая и реально она очень дорогая. То есть там 200-300 тысяч колье стоит одно, но это все бренды: Америка, Испания, Италия, Израиль. Но по просьбе наших женщин, которые хотят менять образ каждый день, я начала заказывать и закупать бижутерию, можно сказать, и эконом-класс, и для среднего класса, чтобы у любой женщины была возможность носить нашу красивую элитную бижутерию. Вот сейчас вам я немножко расскажу о ней. Это последняя коллекция, дизайнер Микаэла. Сейчас она живет в Москве, в Америке, но работала она раньше у нас. Приезжала последний раз на неделю моды, привезла красивые украшения, которые мы взяли в свою коллекцию. Однозначно каждый год открывает показ Вячеслав Зайцев. И Вячеслав Зайцев выбирает практически самые красивые украшения. Да? Образов у нас много, 40, 50, 60, и мы готовим. Мои девочки в отделе работают и помогают. Стилистом Вячеслава Зайцева дома. Очень красивая, сама любуюсь этими показами. Но вот сегодня новую коллекцию показываю. В этом году очень актуально и возобновляя исконно русские традиции, очень модно, стильное украшение с натуральными камнями. Вот здесь мы видим, конечно, кристаллы Сваровски всегда на первом месте для бижутерии, потому что они сверкают и играют, но здесь у нас используется малахит. Малахит зеленый, натуральный, красивый. Это колье, конечно, роскошное. Никакое ювелирное украшение не будет смотреться так роскошно и красиво, как со сцены. Поэтому на сцене, конечно, выручают такие крупные, красивые колье. Колье в этом году очень актуальны чокеры. Чокеры – короткие колье, которые расположены на шее. Они могут у нас быть вот такие вот, более молодежные, более эффектные. И, конечно, вечерний вариант. Вот это новое колье, кристаллы Сваровски. И здесь опять же кожа натуральная, и бижутерный сплав покрыт черным розовым металлом платиновой группы, за счет чего он переливается. В нашей коллекции также существует очень много бижутерий, которые носят каждый день женщины разного возраста. И у нас уже третий год стартует проект «Как телемагазины». И вот хочу вам открыть секрет, хит продаж. Женщина в России любит броши. Это хит продаж, вот последний раз эфир. Я еще представляю лицо ювелирного дома «Эстет» на канале «Бум ТВ». Это Москва и Питер позиционируют. Вот мы последний раз продавали вот эти броши. Знаете, вся коллекция разлетелась за 5 минут, хотя у нас там было 100 штук по телеканалам. Но на самом деле это броши из кристаллов тоже, вот в двух цветах она, винтажный цвет сейчас очень модный, винтажный стиль. Броши, рассказываю, чем они хороши, для чего. Конечно, броши сейчас актуальны, я всем рассказываю, что не каждый год есть возможность поменять новую, купить новую шубу, но хотите вы обновить, прикрепите красивую брошь, и вы будете всегда королевой, да, и шуба заиграет, и будет... Кашемировые шарфы, шляпки, шапки украшают брошью. У нас есть маленькие брошки, которые, в принципе, мы порекомендовали купить две и украсить замшевые сапожки или замшевые туфли. У нас тоже в нашей коллекции очень много таких красивых брошей. Ну и хит продаж еще у нас был, который я вам привезла, это колье
из натурального коралла с бисером. То сейчас это очень актуально. Опять снова возрождаем исконно русские традиции. Мы знаем, что раньше носили русские княгини, герцогини, королевы такие украшения, которые сделаны и собраны нашими дизайнерами вручную. Очень разных много вариантов. Я взяла просто пока один, нет возможности уже все принести и показать. То есть наш девиз ювелирный дом эстет, это, конечно, вот я настолько люблю, здесь 11-й год уже работаю в этой компании, то есть я начала с менеджера отдела серебра, сейчас я руководитель элитной бижутерии, телеведущий уже 3 года, выступаю, рассказываю о наших коллекциях. Знаете, ну я считаю, что женщина должна радоваться каждый день, менять образ каждый день. Когда есть платье, хочется лето, это лето, пора красивых крупных украшений из натуральной кожи, из камней Сваровски. И всех призываем, что не бойтесь ярких красок, вы украшаете себя и вы украшаете весь мир. Когда вы ходите красиво и роскошно, вы повышаете настроение всем окружающим. Поэтому с помощью нашей бижутерии вы можете всегда выглядеть как королева. Ювелирные украшения можно всегда сочетать именно из бижутерии, элитной бижутерии, которая сделана не из дешевого стекла, а именно из цирконов. Что у них камни не на клей посажены, а в закрепки сделаны. Поэтому вы не можете носить бриллианты, покупайте красивые украшения с фианитами, с цирконами. Они также сверкают, и окружающие не отличают, что это. А вы себя будете чувствовать королевой, всегда в хорошем настроении и выглядеть потрясающе. Спасибо.